Между тем, в Якутске забили первую сваю детского сада «Ивушка». Сегодня началось строительство первого социально значимого объекта по государственно-частному партнерству. Это один из 12 объектов, которые должны сдать в 2019 году. Строительство ведет группа строительных компаний «ВИС». Общий объем инвестиций составит почти 16 миллионов рублей. Проект детского сада «Ивушка» предполагает оснащение здания оборудованием и классами, отвечающим всем современным требованиям. Подробнее в материале Саргыланы Захаровой. В прошлом году на этом месте стояло одноэтажное деревянное здание 72 года постройки. Мало того, что здание пришло уже в аварийное состояние, так еще с конца прошлого века здесь не было ни благоустройства, о современном оснащении и говорить не приходится. Однако в 2019 году 1 сентября перед своими воспитанниками откроет новый современный трехэтажный детский сад на 240 мест. Быстро вырастет детсад! Дом красивый для ребят! Работайте взрослые, весело и дружно! Сроку вам построить! Детский сад нам нужно! С таким напутствием от воспитанников «Ивушки» начали работы по установке сваи. Всего за 2 года на этом месте должно появиться новое здание детского сада номер 75. Благодаря слаженной работе с администрацией города Якутска, лично с Асеном Сергеевичем, собственно, родился такой большой проект, который позволит нам уже в короткий срок до 2019 года построить 5 детских садов, 4 школы, объекты культуры. Сегодня в детский сад ходят больше 200 детей. Все группы находятся в разных зданиях. Стояло одно здание, потом пристроили еще одно, потом добавили нам здание 30-го садика в 2001 году, в 97-м на Притузова 5 добавили тоже здание бывшего 13-го сада. И так вот он у нас стал 7-групповой. Кроме того, в детском саду будут работать столярная мастерская, кабинет сенсорики и дополнительного образования. На прилегающей территории появятся прогулочные веранды для зимнего периода, а также летние спортивные и игровые площадки. Отметим, что конкурс на строительство проходил 2 года назад. В нем принимали участие 3 компании. В результате в конце 2015 года победила группа строительных компаний «ВИС». На сегодня его инвестиционный портфель проектов государственно-частного партнерства превышает 385 миллиардов рублей. Один из крупнейших проектов – строительство автомагистрали в обход Хабаровска. Саргылана Захарова, Владимир Павлов, НВК «Саха», Якутск.